Поедем, да? Доброе утро. Доброе. Приятно, конечно же. Аппетит там? Нет. Да, аппетита, аппетита. Сегодня что у нас за бульбочка такая, мам? Это яичница. Не отвечаю. А? Это яичница с овощной смесью. Там перец, горошек, кукуруза, морковка, цветная капуста и сыр. Все ли верно, мам? Да. Да? Слава богу. Сейчас попробуем. Отведаем бульбочки твоей. А мы куда сегодня едем с вами? К бабушке. К бабушке? Ну, после тренировок, наверное. Угу. Надо ехать за одеждой, за теплой. Да, тут скоро зима. Резину надо перекинуть, уже пора. Так что дел. Непочатый край. Верно. Вон мама вам еще, видишь, еще к чайку тут. Ага. Приготовила. Это пирог вчерашний. Тыквенный пирог, да? Да. Угу. Он вчерашний. Да. Вкусный. Угу. Слава богу. Надо тоже попробовать. Ну что, вкусненько. Я попробовал. Очень даже ничегошеньки, мама. Поэтому переходите на канал по ссылочке к маме. Она у нас там очень вкусно готовит. Да? Да, стараюсь. Да. Ну, вы, конечно, не узнаете, насколько вкусно. Только мы можем это прочувствовать. Это кто у тебя тут, Васён, такие? Мои друзья. Кто? Мои друзья. Твои друзья кони? Да. Ясно. Лошадки. Лошадки. Я думаю, кони. Там песенку, знаешь, такую? И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Кто? Кто? Кто уносит? Ты знаешь, Мир? Три белых коня. Да? А как их звали? Декабрь, январь, февраль. Верно. Подмечено. Ты знала, Васян? Или ты думала, сентябрь, октябрь и ноябрь? Или... Переглянулись с мамкой. Или март, апрель, май. Да. Кого хочешь, выбирай. Каравай, каравай. Песень веселая, все, наверное, тренировка получится изумительная. Да, Мируль? Угу. Сейчас мне покажет. В кавычках. Да. Что в школе хоть проходите интересного? Ну, у нас математика, прописи, соединения учим. А, эти как у хлора с водой? Нет букв, скажи. C2H5OH? Нет. Знаешь, мама, такую формулу? Нет, не помню. Спирт не помнишь? У-у. Ну, вот только помню. Ну, H2O, вот я тоже уж помню. Ну ладно, ничего, молодцы. Ну, пока тебе нормально, успеваешь? Угу. Хорошо. Конечно, всех, ну а маму больше всех.
Че? Че делаешь, Вася? Скажу. Ну скажи, что делаешь. Секрет. Ты мне сказал, что позы проверяешь. Какая красивее. Тебе больше подходит, да? Угу. Ну-ка, давай посмотрим, какая тебе больше подходит. Давай, проверяй. Я сама проверяю. Ну давай, проверяй, а мы будем смотреть все вместе на тебя. Да ладно, ты сказал, теперь не стесняешься, давай. Такой танец забабахал. Прекрасно. Куда поедем сейчас? В Нижний, а потом в деревню. Да, в денечек, да? Ага. Прекрасно. Все есть. Дом, милый дом, па-па-па-па-па-па. Ну все, мы доехали до дома. Все, огонь. Сейчас кое-что соберем и в деревню поедем к бабушке. Вот так. Да, дамочки? Да. Как дорога? Нормально. Да ничего, да, на юг-то. Подольше будет. Угу. Мама занялась бумажками у нас вместо вещей-то. Мне это все электронно приходит, если что. Ты же данные не подаешь? Конечно. Это моя стихия. Капюшон твоя стихия, да, Мир? Прятаться. Что не так у тебя? Это куртка, она должна... Ты можешь потерпеть? Ты зимой будешь все запутать, на улице мороз, будет дубак. Просто подходи, посмотри в зеркало и скажи, мы будем это брать, вот эту, или нет? Ну что? Будем брать эту или нет? Точно? Да куртка, конечно, задирает. Мир, шикарно тебе идет, вот так вот особенно носить. Это все, готовы да. К зимушке? Да. Забираем в Москву. Она сегодня сказала, что меня говорит, надо каратистки. Каратистка сегодня была. Сегодня каратистка была? А что ты умеешь? Ну-ка покажи из каратэ. Скажу, я не умею комбинировать. Что не умеешь? Ну ничего, что сумеешь, покажи. Хоть какой-нибудь удар красивый покажи, крутой. Да давай с ним, что в трусах показывать, что ли, будем? Я оденусь. Да давай, так прямо, киякни. Ну давай. Киа! Ну ладно. Индийский чай, грузинский чай. Всем привет, друзья! Мы в деревне у бабушки. Вот вчера вечером все-таки добрались. Все хорошо. И теперь у нас ровно один день, чтобы мне успеть сделать и помочь маме сделать кое-какие дела, которые она здесь сама не в силах. Успеть перекинуть резину на зимнюю, потому что летняя уже дубовая в таком холоде. А у меня без шипового, да, поэтому пока воткну. Ничего страшного. Так что занимаемся. Куча дел. Погнали.
Всем привет. Ну что, два дела сделаны. Резина переобута. Труба в баню почищена вместе с перекладкой кирпича. Поэтому можно двигаться дальше. Надо еще прикрутить лист на веранду. И кое-что, наверное, вскопать. Вперед из песни. Мой новый маникюр. Из глины. А вообще, жизнь в деревне, конечно, огонь. Все что-то пилят, что-то делают бесконечно. Строят, переделывают, перестраивают. Конечно, есть свои плюсы. Но и, ну, наверное, это тоже какое-то призвание. А иначе надоедает так это все дело. Поэтому каждому свое, как говорится. Мы все-таки за спорт. Спасибо, и вам приятного аппетита. Спасибо. Сегодня у нас борщец бабушкин, да? Со сметанкой. Потом еще баня. Надо съездить, тут подарки отдать, да? У нас тут поднакопились. Так что дел непочатый край. Пресс подкачнуть. Да, Васян? Кайфует у нас тут. О, она кисочка. Алиса, киска, киса. Наш любимый костюмчики распаковываем, да? От Максиана Kids. О, мама, тут, смотри, сказочных сюрпризов к Новому году. Угу. Малыш, ты свет, который озаряет жизнь твоих близких. Ты тепло, которое их согревает. А мы постарались согреть тебя. Поделись своей радостью и помогите сделать правильный выбор другим мамам на Wildberries. С любовью к детям. Максиана. Максиана. Как дела у тебя, мама Максиана? Нормально. И эта фирма Максиана делает каждому костюму подарок, символ гимбала или попу из походы. Ну-ка, красоточки, посмотрим на наши костюмчики любимые. У меня пудровый. Пудровый, а у тебя? Оранжевый. Оранжевый. Красота. Ссылку оставим обязательно в описании. Заходите на Wildberries, заказывайте. Не, на самом деле классные. Вот у нас уже были костюмы такие же, но такие более осенние, да, тонкие, то есть, а сейчас вот такие вот уже и в зиму пойдут, теплые, вообще класс. У Васёны был фиолетовый и жёлтый, а у меня был с ментол. Угу. Ну вот, видите, как здорово. Ну что, сейчас скоро баню топить, наверное, что надо будет пробовать. Да. Что на ужин, шашлыки пожарим, что ли? У нас на ужин сегодня котлеты. Да я знаю. Я тоже не буду жарить, хватит уже. Что-то надоели эти шашлыки, и так каждый раз жарили. Это раньше что-то классно было, а сейчас... Тем более мы там ерунда, да, мам? Тем более мы там в Сочи почти каждый день жарили. В Сочи-то? Да. У нас там вообще сборы огонь были. Шашлычные. Тебе, мама, пожарить шашлычка? А что тебе пожарить? Ничего. Ну, котлеты, как и мы. Что будет? Будет котлеты, как и мы. Котлетам? Котлеты. Ясно. А ты гуляешь? Да. Как тут делишки? Бабушка. Нормально? Да. Что делаете? Гуляю с бабушкой. А тоже он с нами гуляет, да? Да. А Мирочка-то где у нас? Дома сидит с Юлей. А, Юля там, да? Да. Ясно. Съездили до города. Прикупили тут сухофруктов, орехов. Сделай.
Да, вот чем плюс маленьких городов. Здесь довольно-таки качественная продукция вся. Не, гораздо даже лучше, чем в Москве. Но при этом ценник адекватнее и дешевле. Да, мама? Да. Мам, смотри, у меня вот такой вот попался. Ух ты, ничего. Лаши? Не лаши. Мам, да? Мы хотим вот этих семечек. Так, каких? Вот можно нам персик? Ну, это бабушке нам по чуть-чуть можно. А можно нам персик купить? Чё смотришь, Васян? Мультики. Три кота? Нет, мультики. Скажи, три кота не мультики, что ли? Мультики только... Я кошечки, собачки смотрю. А ты, Мир, там что смотришь? Тик-токочки? Нет. Тик-тотачки? Спокойной ночи, что ли? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну вот и отдохнули, погостили у бабушки. Пора и честь знать. Мир-то пристегнутая. Да. Все пристегнуты, кроме меня. Я как-то вот не люблю. Тяжело дышать. Как в маске. Знаете, вот от ковида. Мам там подхихикивает. Девдашка. Все бодры духом. Все, едем в Москву. У нас тут открываются шикарные виды нашего моря. Горьковского водохранилища. Слева мы можем наблюдать Волгу. А здесь у нас гидроузел. Да, ГЭС на самом деле. Вот, вечный это... ремонт. Дороги на ГЭС. Еще с времен, когда я ездил на хоккей сюда. Постоянно ремонтирую. А это мы въезжаем в город Заволжье. То есть, вот, где я тренировался в свое время, хоккей, то есть, играли. Здесь у нас в области один из первых вообще появился искусственных льдов. Вот, а теперь это... А, еще да, и Заволжский моторный завод был один из крупнейших, то есть таких вообще в нашем регионе, в Нижегородской области, который делал двигатели у нас для Волг, Газелей и так далее. А сейчас вот умирающий городок, который... Абсолютно, как будто, я не знаю, в Припять какую-то приехали, то есть очень заброшенный, ничего не развивается. Стадион вот в этом году вроде начали немножко ремонтировать, а так вообще был убитый абсолютно. Так что, так и живем. А вот здесь в свое время... С дедушкой я ездил, и картошку мы продавали с ним, да. Вот здесь пару корзиночек привезешь и сидишь продаешь. Вот сейчас там бабушки сидят, как раз продают до сих пор. Прошло уже 20 лет, они все продают. Ларьки заброшены. Вот такой вот городок Заволжье у нас. Вот уже и Москва. 10 минут до дома осталось. Нормально вроде сегодня доехали. Да? Мир в своем капюшоне, как обычно. Кукушон купил капюшон, капюшоне он смешан, да? Мам, там что-то он хихикает, сидит. Так что нормально. Друзья, смотрите, какой клевый подарок для любимого тренера. Вау, круто вообще. На самом деле, да, это... подарки такие, то есть от магазина, кстати, как раз так и называется, спортивных подарков. Вот, ссылочку оставим в описании. Скоро день тренера, да. Поэтому смело можно заказывать. Я думаю, как вот сувенир, как подарок, вообще, ну, здорово. Вот такие вот, смотрите, клевые конечки. Идея, кстати, вот. Там есть и для хоккеистов, и для футболистов подарки разные сувенирные. Поэтому заходите, смотрите. Доброе творожно-ягодное утро. Доброе. Ну как, вы выспались? Да. Готовы к новому дню? Да. Это хорошо. Что в деревне отдохнули, все хорошо. Пора и честь знать, как говорится. Да. Поэтому
вливаемся в недельку. Не дергай руками. Легче. Значит, смотри, делаешь 10 быстрых, 10 медленных, двойных, понятно? Высоких, амплитудных. Давай. Угу. Теперь давай для этого, для координации, значит, делаем... Одинарный. Третий двойной. Один. Ну, давай, хорошо, на третий двойной прыгать сейчас. Хорошо. Дальше смотри, три одинарных, три быстрых двойных, три медленных двойных и один тройной пробуем потом. Да, хорошо, молодец. И еще такую же серию одну. Да. Чуть побыстрее руками сработать, а вылета хватает. То есть мы сейчас как бы тебя подготовили к тройному, к большому счету. Только, ну, как бы соединить руки с ногами. Ну и последний раз давай. Да. Хорошо, и ты такой нужен тройной. Нам ноги подгибать не надо. Нам нужен именно правильный, изначально. Понятно? Давай. Давай, турчики, поехали. Давай для бедра, потому что побаливает. Три раза присядь. Медленно, спокойно. Как себя бедро чувствует? Нормально? Хорошо. Один раз прыгнуть, если из низкого приседа. Не надо сильно, просто легко из низкого. Легко. Ну ладно, хорошо. Да, вверх легче. Руки выше поднимай. То есть перед прыжком руки на уровне глаз примерно должны остановиться. А у тебя останавливаются на уровне груди, чуть повыше. То есть мы грудь к ним подтянем. Нет, сейчас руки пошли хорошо, а тело-то не прыгнуло к ним. Как бы тело к рукам вух подтягивает. То есть руки вот сюда вышли на уровне глаз. Дальше они должны потихонечку оказаться вот здесь. То есть ты должна выше них уйти.
Так, хорошо. А теперь локоточки тихонечко давай, это как бы, чуть-чуть собирай. Не надо сильно широко их куда-то. Ну ладно, ничего, нормально. Давай полтора. А, нет, кстати, давай лево-право поехали. Я знаю, что вчера у тебя не получалось, но ФП мы опять давно уже не делали. А это на самом деле сложно. Легко, руки просто работают, вообще легко прям. Не надо их напрягать, что-то, просто успевай их как бы вернуть. Да, не спеши. Не спеши, самое главное. То есть не дергай, у тебя верх зажатый сейчас. То есть на одинарных ты изначально делала легко. И здесь просто легко руки. Расслабь, это одинарные туры. Здесь не надо напрягаться, собираться сильно и так далее. Расслабься. Просто наверх и спокойно, медленно в воздухе прокручиваешься и приземляешься уже в прыжок опять. Руки, соответственно, занимают нужное положение. Хоп. Да-да-да, не сгибай поясничку. Не маши сильно руками, здесь не надо махать ими. Расслабь, но не маши. Они должны спокойные быть, вообще рядом прям. Чуть ли не в группировке, такие легкие. Раз, два. Хоп, 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 хоп. Вправо, да, кручивай, да, плечи тоже сворачивай. Давай сделаем так. Вправо два подряд сделай. То есть вот важно сейчас... Давай сначала одинарный вправо сделаем. Просто вправо сделай одинарный. Скручивай плечи, тоже так же, как и в левый. Оп, молодец. Хорошо. Здесь уже левая рука загребает у нас. Мы уходим за левой рукой, правую прячем. Давай еще разок. Оп. Не оставляй плечо правое. Тоже убирай его, а левый как бы заходи. Вот, хорошо, молодец. Хорошо, теперь давай попробуем два раза подряд так. Хоп, хоп, да, хорошо. Нормально, еще разок. Сохраняй ось. Прыгай просто наверх, как бы, и спокойно поворачивайся в воздухе. Не надо дергаться. У тебя получается, что ты левым... Правое плечо не... Ой, подожди. Да, правое плечо ты не убираешь, когда ты прыгаешь. Давай, а ты сейчас убери прям два раза, прям спрячь его за спину. И прям не останавливай, тогда у тебя хороший тур получится. Не останавливай. Да, а теперь просто второй добавляю, видишь, все пойдет. Просто нужно поймать его, все хорошо. Давай. Хоп, хоп. Да-да-да, давай. Первый нормально. А второй успей, только надо не наверх. Вернее, не в крутку, а наверх просто это сделал. Медленно прячь. Оп. Медленно прячь. Ты быстро прячешь его. Медленно убирай. Раз. Да. Вправо сложно уже подряд делать. Давай последний раз попробуем. Раз. Два. Вот. Сейчас вообще здорово. Молодец. Теперь три влево. Три. Хорошо. А теперь чуть амплитуднее, чуть медленнее все сделали. Легче вверх. Раз, два, три. Ладно, нормально, пойдет. Давай полтора. Мягче, мягче наверх и не крути. Тебе полтора, ты прыгаешь одинарный полтора почти. Вот это важно разделять, как, чтобы ты чувствовал. Давай. Мягко. Оп, нет, смотри, что ты делаешь рукой вот этой. Опять. Ты на одинарном. Хорошо, сделай, как на одинарном руки. Легкие, да, плечи заверни. Не подгребаясь под себя. То есть ты совсем вот отсюда как бы пытаешься сделать. Просто убери плечи. Легкие. Да, да. Оп, молодец. Сразу 1,45, понимаешь? 1,45 это не напрягаясь. Ты прыгаешь, как одинарный тур. Но когда тебе скажешь прыгнуть 1,45, ты сейчас... Сделаешь 1,40 и еще и упадешь. Понимаешь? Давай, еще раз. Такой же легкий. Делай 1,45. Вот как сейчас, 1 в 1 делай, давай. Хорошо. Теперь чуть добавляем.
Резкости наверх добавляем давай. И будет два оборота, легких два оборота. Не напряжных, а легких. Давай. Ну, сейчас 1,55, но такой, ты не завела в плечи. Заводи, как на одинарном. Когда вот туда убираешь плечи, заводи легко так же. И так же легко раскручивай, только потом в конце собираешь плотно. Потом. Давай, пробуй. Довернуть плечи обязательно. И туда, и туда. Довернуть, довернуть. Оп, вот тебе два, как понимаешь, да? Просто за счет доворота плечей, не напрягаясь. А теперь прям напрягись. Еще. Довернуть и резко оттуда раскрутить. И будет 2,10. Ну, там 2 с копейками, вот. Но в любом случае, ты должна понять, как помогают плечи, когда мы их сворачиваем и разворачиваем. Просто так руками без плечей, бессмысленно. Давай последний раз двойно. Хорошо, молодец. Давай оттуда пройдись аксель тулуп и аксель ридбергер. Посмотрим, на ридбергере будет болеть, нет? Одинарный ридбергер сделай сначала. А теперь колено еще помоги себе, одинарный ридбергер. Высоко коленом. Свободную ногу от себя оторви, пожалуйста. Вот, хорошо. Поняла, да? На двойном мы то же самое делаем. Давай, поехали. Аксель тулуп, аксель ридбергер. Хорошо. Натянули ручки, да, вот, красивые мы, молодец. Вот так, да, присоединяем. И теперь аксель ридбергер, поехали. Оп, оп. Ну ничего, ничего, давай еще разок аксель ридбергер, коленом помоги себе. Сохрани, попробуй направление. То есть подпрыжки высокие, но маленький доворот у них, понятно? Тебе нужно в полоборота всего их сделать. Давай. Оп, хорошо, натянулись, молодец. Носочки там не получается, ну ладно, молодец. Все, пошли одеваться. Мир. Руки разведи чуть-чуть. Вот. Хорошо. Ну, в общем, вот как-то так, друзья. Тренируемся, работаем. Все тоже, как бы, у всех свои дела. Поэтому, ну, по возможности, видите, получается, то показываем, делимся с вами обязательно. Вот. Сейчас, ну, не так часто, потому что по времени, на самом деле, немножко проседаем.
Поэтому ждем программу Миры и будем обязательно смотреть, болеть и двигаться вперед, расти, потому что на самом деле сейчас все еще цветочки пока. Все самое основное будет дальше, на спортивных разрядах, до которых еще половина точно не дойдет. Так что вот. Всем спасибо, что с нами. Всем удачи. Пока.